черти ездят, когда из тех пор превратилась во внешний мир обмена информацией и идеями. Благодаря интернету, благодаря ему мы можем общаться, учиться и творить вместе. Превращая вещи в реальность и делая наш мир лучше каждый день. Этот проект был намного проще выполнить благодаря интернету. Представьте, как раньше пришлось искать и читать множество книг, чтобы выполнить такой проект. Фэс-карфлей поездасин контент является символом технологического прогресса Японии. Они способны развивать скорость от километров в час. Когда я путешествую на них по Японии, я наслаждаюсь скоростью и комфортом. Эта инновация изменила жизнь людей, сократив время в пути, сделав перемещение между городами быстрым и удобным. Она позволила жителям Японии жить в одном городе, а работать в другом. Представьте, как было бы здорово, если бы такие поезда могли перевозить людей между городами Австралии. Первый вертолет изобрел Игорь Сикорский в 1942 году. Он учился в России во Франции. После Российской революции он уехал жить в Америку, где ему помогли деньгами. Он построил много вертолетов, и награды получали даже президенты США. Вертолет может потушить пожарницу, быстро доставить врача в горы, если кто-то заболел. Когда моя сестра сломала ногу в горах, вызвали вертолет, потому что скорая помощь не могла приехать по снегу в горы.
мощная ветка дерева. Научные исследования в Марии-Кюри области ради активности проложили путь для современной ядерной физики и медицины. Благодаря ее работе мы получили новые методы лечения рака и множество других медицинских применений для тестирования рака. Значительно улучшится качество жизни многих людей.